начнем выпуск с радостного события. Бердские инвалиды впервые стали лучшими и в летней, и в зимней спартакиаде. Седьмая летняя спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья проходила в Черепаново и завершилась 15 июля. Команда Бердска стала лучшей среди 23 команд участниц. Берчане отлично выступили в плавании, легкой атлетике, прекрасно показали себя в новом испытании стафете. В фаворитах были новые звезды бердского состава и уже опытные участники. В общекомандном зачете берчане оставили позади представителей Черепановского и Новосибирского районов и Искитима.